Томат сердца абрикосовой зебры. Индетерминантный, высокорослый, среднеспелый сорт для теплиц и открытого грунта. Необходима подвязка к опоре и посынкование. Формировать лучше в два стебля. Помидоры массой 120-250 грамм, изящной сердцевидной формы с пышными, немного присобранными плечиками, абрикосово-желтые, с красным румянцем. Мякоть мраморная, желто-красная, нежная, мясистая, маслянистая, фруктово-сладкая, семян очень мало. Сорт стабильно урожайный.